Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание. Unit 2, часть 2, section 1, раздел 1, exercise number 9, упражнение номер 9. Задание. Complete the sentences. Дополни предложение. Все эти предложения взяты из текста из предыдущего задания номер 8, где мы читали рассказ под названием A Big Secret – Большой секрет. Теперь нам нужно лишь отыскать в тексте эти предложения. Итак, смотрим. In summer, Simon... Это будет первое предложение. Под цифрой 1. In summer, Simon likes to visit his granny. Летом Саймон любит навещать свою бабушку. Следующее. There are three bedrooms. Это второе. There are three bedrooms, a living room, a pantry, a large kitchen and a hall in the house. В доме есть три. Спальни, гостиная, кладовая, большая кухня и прихожая. Третье. When it is hot and sunny, Simon... Третье. When it's hot and sunny, Simon likes to swim and dive in the river. Когда жарко и солнечно, Саймон любит плавать и нырять в реке. Следующее, четвертое. Today the weather... Today the weather is bad. Сегодня погода плохая. И последнее. He doesn't want... Это пятое предложение. Simon doesn't want to read or draw. Саймон не хочет читать или рисовать. Вот таким образом мы дополнили предложение. И задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.